зале ни звука. Еле слышный перелив гитары нарастает в яркий звон, заставляя зрителей то замирать, то аплодировать в едином порыве. Классикой в потрясающе виртуозном исполнении открыли музыканты гитарного квартета имени Фраучи «Дни славянской культуры и письменности в Шымкенте». Открываем интересно, знаково, потому что гастроли гитарного квартета имени Фраучи не только в Шымкенте впервые, но вообще в Казахстане эти ребята гастролируют впервые. Мне очень приятно, мы очень гордимся этим фактом. Ну, конечно, это стало возможно благодаря тому, что в этом квартете имеется такой замечательный музыкант, наш земляк, как Дмитрий Мурин. Моцарт, Лист, Вивальди – известные и неизвестные широкой публике композиторы. О каждом произведении Дмитрий Мурин рассказывает отдельно. Создается впечатление, что наш земляк – руководитель квартета, но сам музыкант говорит, что это далеко не так. Эта программа давно у нас наработанная, вот, но действительно, мы, как бы, ребята, вот, по большому так счету, много отдают соло мне, вот, но тем не менее, понимаете, я бы без них тоже был бы просто солист, а туда вместе мы квартет. Специально для шымкентских ценителей гитарной классической музыки квартет подготовил произведение прославленного Курмангазы. И если для Дмитрия Мурина играть произведения казахских композиторов дело привычное, то российские гитаристы остались в полном восторге от динамики произведения. Нам очень понравилась казахская музыка. Казахская публика. Благодаря этой поездке мы ее и стали играть, и будем еще играть. Очень здорово. Зрители и музыканты отметили особо. Классно, что зал полный. Нам приятно играть, когда зал полный. Вот. А то, что так непосредственно принимают, это вот особенно здорово, потому что в России, в Европе они часто стесняются, они дослушают до конца, они не хлопают между пьесами, они знают, что это не положено, это неправильно, да, не принято. Вот. А здесь люди кричат, хлопают. Во многих местах нашей планеты не принято хлопать. А где-то наоборот, это считается здорово. Вот живые люди выражают живые эмоции. Очень классно. Гитаристов долго не отпускали со сцены. 2 часа концерта шымкентцам показалось ничтожно мало. Несколько популярных произведений квартет исполнил на бис, без всякой подготовки.